Всем привет! С вами Марина из Диномамы, и сегодня я покажу вам весенние куртки марки Рейма. Модель это унисекс. Это ветровка с теплой жилеткой. В жилетке утеплитель 100 грамм. Давайте посмотреть ее быстрее. Очень красивая куртка классического кроя дизайна Рейма Ориджинал, приуроченного к 70-летию фирмы. Что в ней есть интересного? Такой вот капюшон с декоративной, скорее, трикотажной оборкой. Имитация, как будто внутри капюшон в капюшоне, скажем так, элемент дизайна. Подкладка гладкий полиэстер. Капюшон отстегивается. Рукав выглядит вот так вот, с внутренним трикотажным манжетом плотным. И внутри подкладка гладкий полиэстер. Полиэстер используется не случайно. Этот материал отводит влагу, в отличие от натуральных тканей. Поэтому это не экономия, а необходимость для деток, которые активно двигаются. Да и для тех, кто не активно, тоже лишним не будет, чтобы, когда ребенок подвигается, он, например, вспотеет, влага выйдет наружу, и если ребенок перестанет двигаться, он не будет стоять мокрым и не замерзнет. Два кармана на липучках. Задняя часть длиннее, чем передняя. Крупная молния защиты подбородка от защемления. На вот правом рукаве есть светоотражатель для безопасности в темное время суток, чтобы ребенка было хорошо видно. И вот что у нас внутри. Внутри есть такая жилетка, на ней можно написать имя ребенка. И с помощью вот таких вот кнопок, сейчас я сама разберусь, как это делается, она пристегивается. Маленькие кнопочки. Вот они. Так. И вот так. То есть одна кнопочка наверху и два ряда кнопок, спрятанных вот таким вот образом. Получается у нас ветровка, подкладка гладкий полиэстер в теле и рукавах, и нижняя кромка регулируется с помощью вот такой вот такого шнура эластичного с фиксатором. А это у нас жилетка. Вполне носибельно в качестве отдельной вещи, или можно, например, пододевать под что-то другое. Кнопочки застегиваются, вот так она выглядит. Контрастный цвет в этой модели, уже синий, внутри зеленый. Наизнанку носить не получится, хотя нет, точно не получится. А что дальше? Дальше я показываю куртку сзади. Сзади у нас можно увидеть, что капюшон отстегивается, рукав классического кроя, светоотражатель, и в нижней части также светоотражатель с надписью Рейма. Такая замечательная куртка, 3 в 1. Куртка утепленная, ветровка и отдельная жилетка. Отлично подойдет на весну, можно носить от небольшого плюса, где-то плюс 5, если хорошо подойдется от 0, и до плюс 20 в качестве ветровки. На этом, пожалуй, все. Жду вас на Диномама.ру. Спасибо за внимание.